В Люберецкой областной больнице с помощью нового УЗИ определяют степень поражения органов без пункции. Аппарат премиум-класса поступил во второй стационар. С его помощью можно исследовать органы брюшной полости, щитовидную молочную железы, артерии, вены и лимфатические узлы, мочевыделительную систему и мягкие ткани. Он позволяет не только проводить диагностику органов, но и определяет степень их жесткости. Даже в случае гепатоза печени, когда исследование затруднено образовавшимися вокруг жировыми клетками, новая функция позволит врачу поставить точный диагноз. Если раньше пациенту нужно было брать направление в поликлинике, ехать в Моники, в Москву, для того, чтобы провести тонкоигольную аспирационную биопсию, теперь эту манипуляцию мы можем избежать при помощи вот этой эластографии. То есть эта методика позволяет определить, нужна ли пациенту биопсия или нет. Обращаю ваше внимание, что исследование новому УЗИ-аппарате выполняется по полису ОМС пациентам стационара номер 2 Люберецкой областной больницы. Показания для его проведения определяет лечащий врач.